Временная приостановка американской военной помощи Египту не направлена на ухудшение отношений между двумя странами, заявляет в администрации Белого дома. Накануне 9 октября Госдепартамент сообщил, что военная помощь Египту приостановлена. Речь идет о поставках Каиру американских вертолетов «Апачи», противокорабельных ракет «Гарпун», запчастей к танкам и истребителям F-16, а также прямой финансовой помощи в размере 260 миллионов долларов. Первый сигнал из Вашингтона о возможном пересмотре взаимных обязательств Каир получил после свержения в июле месяце президента-исламиста Мухаммеда Мурси и жесткого разгона акций протеста его сторонников. Администрация Обамы остановилась всего в шаге от того, чтобы назвать события в Египте государственным переворотом. При этом США неоднократно предупреждали пришедших к власти в Египте военных о неприемлемости применения силы и возможности перетекания конфликта в полномасштабную гражданскую войну. Сегодня Госдеп заявил, что речи о полном сворачивании военного сотрудничества с Египтом не идет.